Вы могли подумать, что это конец, но нет! Майк спрятался в шкафу, но вдруг... Что? Что там было? Шкаф его проглотил! Не может быть! Видишь, я же говорил, что напугаю тебя! Ты не такая храбрая, как я! Никто со мной не сравнится! О, нет! В кустах сзади кто-то есть! О чем это ты? А? Сэмми, у нас появилась новая книга-игра. Идем посмотрим на нее. Ты меня напугала, но никому не говори, хорошо? Добро пожаловать в самый страшный детский сад Бан-Бан. Я здесь и я готов. Давай играть и получать суперпризы. Ладно, смотри. Мы должны помочь нашему охраннику пройти все уровни. Я в деле. Сначала давай соберем карточки-ключи. Есть! Вот следующий. Продолжай в том же духе, Сью. И последний. Нажимаем раз и два. Ага, вот и бонусная карта. Эй, я думал, что это мой бонус. Ой, да ты совсем не страшный. А я пойду за следующей карточкой ключом. Я тебя вижу! О, Брокколи, помогите! Спасите меня от этой страшной штуки! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ура! А, только настоящий монстр может пройти этот уровень. Давайте представим, что мы одни из них и посмотрим, подходит ли чья-то ДНК. Я получу ключ-карту. Эй! Не в этот раз. Мы идем дальше. Итак, кто самый умный в классе монстров? Конечно же я! Я прошел испытание. Сейчас проверим. Садись сюда. Кто сможет решить первый пример? Поднимите любую из ваших конечностей. У нас есть первый ответ. Бинго! А вот это уже немного сложнее. И снова наш активный ученик отвечает... Правильно! Числа это слишком просто. Лучше проверь это. Время вышло. Я знаю. Мое вдохновение – это моя жизнь. Итак, мы перешли на следующий уровень. Ура! Я поймаю всех маленьких птичек Апила. Эй, играй с нами. Давай, помоги мне. Кто скрывается за этой дверью? А кто это? Что там? Давай, показывай уже! Это большая мамочка Апила! Поймай меня, если сможешь! Эй, не подходи! Я здесь самый страшный! Я могу вести себя как птица! Видишь? Кажется, я становлюсь ею! О, кажется, что-то происходит! Ой! А слаймы тоже вылупляются из яиц. Ага, скоро здесь будет новый слайм. Нужно только подождать. Так, идите сюда, вы маленькие пташки. Теперь мамочка будет довольна. Все птенчики Апилы устроились в уютном гнездышке. А мы продолжаем. Эй, Сью, лови! О, Сэмми, я уже вся липкая. Мне нужен перерыв, чтобы привести себя в порядок. Конечно, конечно, не торопись, Сьюзи. А я пока буду играть. Я готова присоединиться. А? Ты стоишь не на том поле, Сэмми. Ну и что? У меня есть еще один шанс. Не подведи меня, понял? Дай-ка подумать. Поздравляю, вы победили. Можно продолжать. Это игра для тренировки прицела. Ха, я в этом лучший. Дорогу, Сьюзи. В яблочко. У-ху! Тогда я пойду в лабиринт. Постараемся не упасть в черную бездну. Ура, мы прошли. Следующий уровень ждет. Разве мы не можем остаться здесь? Я только начинаю понимать правила. Почему бы тебе лучше не сыграть в прятки? Правда? Тук-тук, выходи, кто бы ты ни был. Нет-нет, лучше вернись назад, пожалуйста. Хорошо, зеленая дверь выглядит неплохо. Кто это, черепаха-мутант? О-о, приветик! Это не игра, а страшная комната! О, нет, я туда не пойду! Что? Вы тоже это видите? О, наконец-то выход! Сьюзи, иди за мной! Отличная работа, Сэмми! Ура! Это настольная игра! Этот раунд за мной! О-о, меня преследуют?
я почти на финишной прямой. Монстр все ближе. Упс, пока-пока. Ох, чуть не попались. Но наш охранник победил. Ура нашему герою! О, это его трофей! Жуткое чудовище превратилось в милую игрушку! Потрясающе! Я раскрою секрет, который скрывает эта загадочная книга! Ой, помогите! Это ты забрал картинку? Все настроение испортила! Это был мой хитрый план с самого начала! Где монстр Слайм? Эй, верни меня на место! Я еще не закончил! С чем? Я картинки вырезал, видишь? Ладно, тогда я раскрашу их. Ты опять пытаешься сжульничать и получить карточки-ключи? Сэмми, Сэмми! Вот увидишь, слаймы не сдаются! Вот это уже что-то новенькое! Просто возьмите эти детали, мисс Умница! О, великий Бан-Бан! Поставь эти части на свои места! Эй, Бан-Бан, помоги и мне! Сэмми, ты опять неправильно используешь детали! Но так же веселее! Погоди! Ну вот, ты застрял! Видишь, ничего смешного в этом нет! Слава тебе, Даба, все хорошо! Я понял. Не двигайся. Хорошо, что я липкий. Сью, возьми стрелы. О, здорово. Мы с тобой на одной странице. Давай ты. Я хочу попробовать один фокус. Брось сюда все детали. Хорошо. Хочу посмотреть, что же ты придумал. Хорошо. Ахалайки, махалайки, слайму, Сэму, ставьте лайки! Ну все, готово! И что же мы получили? Давай откроем это. О, боже, привет! Можно я пойду? Давай попробуем еще раз. Волшебный котелок, помоги нам! Ура! Получилось! Вау, а какие красивые странички у нашей книги! Просто загляденье! Магия котла требует подзарядки, так что не хавтуйся! Эй, монстры, быстрее прячьтесь от нашего Сэма. Ага, пора сделать супер-укол. О, да. Эй, я на это не соглашался. О, привет, давай дружить. Теперь мы переходим в классную комнату. Шпаргалки по $1 за штуку. Учитель не заметит. Ах, какой же я ловкач. А вот и доска. У меня есть потрясающая идея. Зацените. Сью плюс Родж. Сэмми, не выдумывай. Ладно, могу я хотя бы дать монстрам прозвище? Готово. Отличная работа, Сэмми. У меня столько дел. Теперь надо приманить птичек Атила. Они, как и я, любят вкусно поесть. Вот, малыши, сюда! Ням-ням-ням! Ах, улитки такие ленивые и медлительные, что мне буквально приходится ее тащить! А я вот прирожденная заклинательница улиток! О, брокколи! Надо было с самого начала все на машине везти! Супер! Доставка прибыла вовремя! Хочешь, я быстренько все построю? Я могу! Давай посмотрим! Ух ты, какое качество! О, и это любимый уровень Сэма! Давайте вперед! Бумажные пушки от Сэма самые лучшие! Есть! А ты можешь и мне помочь? Я готов к чему угодно, когда угодно и как угодно. Все готово. Почти. Ладно, знаешь что? Я сделала это специально. Ну ладно. Итак, как
насчет еще одного раунда? Конечно! Осталась одна деталь. Суперприз для победителя. Тебе придется победить меня, чтобы получить это обратно. Трепещите! Сэмми, ты готов отправиться в мир Бан-Бан? Ха, Сью, я знаю, что это ты. И это моя маска. Верни ее. Давай. Ой, помогите! 2 балла для Сью и 0 для Сэма. Ставьте лайки, подписывайтесь и до скорой встречи. Ах, Сью, только вернись, я тебя тоже напугаю.